добрый день. В Москве, несмотря на все кризисы, продолжается полномасштабное дорожное строительство, и ни один объект, начатый строительством, не остановлен. В частности, на МКАДе мы строили и реконструировали 13 объектов. Из них 6 объектов уже закончено, 5 объектов будет завершено в этом году, и 2 перейдут на следующий год, но основные работы по ним также будут закончены. Что касается этого объекта, на котором мы находимся, это пересечение с МКАДом, новая развязка. Была начата всего несколько месяцев тому назад, но здесь уже развернуто полномасштабное строительство. И я надеюсь, что она до конца года будет завершена, как и подъезд к Лермонтовскому проспекту, к метро Лермонтовский проспект, который облегчит подъезд к этой станции метрополитена. И в целом эти объекты, которые мы завершили и завершаем, речь идет и о развязке Волгоградского проспекта. И все эти объекты, конечно, облегчают доступ и москвичей из близлежащих районов, и жителей Подмосковья. Я прошу доложить, как идут работы на объекте. Добрый день, Сергей Семенович. В данной ситуации мы осуществляем строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Рязанским проспектом. Будет построено две эстакады и будет построен туннель с выезда с области на МКАД. Реконструкция будет произведена существующего пешеходного перехода и расширение существующего путепровода на МКАДе для того, чтобы было более удобно съезжать на эстакаду. Будет построена дополнительная полоса. Значит, по ПОС у нас работа, как вы правильно сказали, 28 месяцев. Удалось сократить срок строительства на 2 месяца. Постараемся, сделаем все для того, чтобы в Нью-Город довести ту часть, которая у нас находится в области за МКАДом. С этой стороны часть города будет закончена до конца года. Вы реконструкцию Рязанки закончили, сдали в прошлом году? Да, мы ввели все дублеры, Сергей Семенович. Значит, сейчас осуществляется совместно со строительством станции метро Нижегородской строительство эстакады. Когда вы технологическое закончите? Где-то, наверное, ноябрь месяц. Ну, там просто есть технологическая совместимость со строительством станции. Вот. А так вот дублеры выполнены в полном объеме, 9 километров построены. Хорошо. Спасибо.